В 2019 году, 1 января, мне приснился сон с бывшим молодым человеком, с которым мы из-за некоторых обстоятельств расстались. Он переехал в другую страну, а я осталась в родном городе. Мы в этом сне были вместе. Проснулась вся в слезах. Решила сходить на наше место и встретила его. Через некоторое время он рассказал мне, что был в городе на новогодние праздники, и ему 1 января приснился сон, где мы вместе тоже решил сходить на наше место. В этот Новый год он сделал мне предложение. Я согласилась.